Всем привет, с вами Лаки. Я продолжаю играть в Super Metroid 3. Это четвертая часть моего стрима. Так, в прошлый раз что мы сделали? Замучили кого-то босса, по-моему. И сегодня... Так, куда мы идем? Так, я получил какой-то девайс. Не помню только какой. Дело было давно. Неделю назад почти что. Третья часть у меня так и не импортировалась на YouTube до конца, так что... Это очень печально. Ну, что поделать. Поэтому была заминка. Так, значит, у меня есть спид-бустер. Угу. Так, ну что ж, пойдем дальше и посмотрим, что можно открыть с помощью спид-бустера. Так. Смогу ли я разогнаться? Ну, теперь у меня есть не только спид-бустер, но и пауэр-бомбы и... Чё ещё? Замораживающие патроны. Да, ещё. Так, я завалил одного босса. В комнатке со статуями кое-что изменится. И теперь, чё клёво, я бегаю довольно быстро. Итак, обрати внимание на левую часть статуи. Одна проблема меньше. Ну ладно, пошли дальше. Меня так смущает эта вещь. Это место. Так, мне нужен грейпл хук, насколько я помню. Этих чуваков я просто пробегу. Так. О, я могу отправиться в Марию, я вспомнил. Взорвать стеклянный туннель. Только вот. Нужно ли мне сейчас идти туда? Так, я приехал в Бринстар. Взглянем на карту. Так, значит, здесь ближайшая комнатка. Я туда не доберусь, потому что... Потому что... О! Я знаю, куда я пойду. Нужен грейпл хук. Второго у меня нет. Короче, сейчас спускаюсь вниз. Опа! Тут же тоже можно пройти. Крутяк! Так, посмотрим, что внизу. Так, по-моему, там дверь была закрыта. Ладно, возвращаться не буду. Я сам себе верю, все-таки. Ой, блядь. О, что-то открыл. Угу. Так, ходик туда есть? Точнее, это выход, понял. Ладно, отсюда мы выйдем. В этот раз я решил провести... А, меня... Из меня высасывают все соки. Ой-ой-ой-ой. А, фу, думал. Это... Бомбу поставил. Ладно. Чё, ничего тут нет, что ли? Чё-то есть. Чё-то есть, только хер знает. Чё и где. Чё я хотел сказать? Я забыл. Ой, блядь, это ловушка. Сука, меня поймали. Ой, я захотел не материться. А, да. Да блин! Ну-ка всем заморозиться. Freeze, motherfuckers! Пиу!
Нет, я не падаю. Так, стоять. Ух ты какая, она хотела меня. Она хотела присосаться ко мне. Да блин, ну что такое, все навыки растеряны. Ой, ой, я чё? Как сложно не материться, оказывается. Зачем я убил его суперракету? Непонятно. Вот видите, как сложно играть в мини-игры времен 16-битной эпохи. Очень сложно. И зачем, если... Блин, опять суперракеты долбанул. Ладно, похер. Тихо, стоять! Тут нужно осторожно нажимать кнопочки. А, три козленочка. Ох, как мы долго с друганом зависали в этой комнатке, прежде чем поняли, что надо делать. Тихо, тихо, тихо. Ну да, вот так, короче. Так и обстоят дела. Даже еще дальше. А что у нас здесь? А не, тихо. Это просто выход. Да ё-моё, и сейчас даже это сложно. Ладно, хоть здесь тут есть. Да, я сделал это, я крут, я молодец. Так, вот это вообще охренеть. Так, короче. Очевидно, я не взял какой-то приз. Ну так-то можно сюда, в принципе, выпрыгнуть, но... Я мучиться долго буду. Короче, идем обратно. На этот раз без... О, господи, боже мой. Так, значит... А, да, о чем я хотел сказать? Так, так, тихо, 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 тихо. Так. Хе-хе-хе-хе-хе. Да, надеюсь, я не грохну сейчас вниз. Так, ладно. Еще один ход. Так, суперракеты. Когда в Super Metroid 3 берешь приз, ты получаешь не просто набор боеприпасов, ты получаешь как бы увеличение вместимости своего инвентаря для этого вида боеприпасов. Проверим. Ну, такой универсальный способ проверить просто. Взрываешь бомбу и смотришь, что-нибудь открылось или нет. Так, что у нас тут? Обалдеть, это сейф комната. Я разочарован. Короче, мне нужен... Ой, опять через эти жипы сраные проходи. Короче, я понял, я сюда рано приперся. Не можно прыгнуть, да? Хе! Шустрый. Обалдеть, даже ни разу на шпы не рвался. Мое мастерство ко мне возвращается. А, козлят. Козлы. Ну вот. Да блин, ехамуха. Короче, прикол в том, что нужно развернуться в воздухе сначала. Вот. А потом нажать в другую сторону и... И прыжок. Причем. Ну, ё-моё! Это вообще реально, нет?
Ну, я почти запрыгнул. Ну, блядь, я почти запрыгнул. Я опять. Да хватит уже там. Херня стрелять. О, я крут! Я супер! И что? Все ради... Пауэрбум. Блин, я же времени засек. А, в принципе, я знаю. Я же играю с половины. Сегодня я решил провести стрим одночасовой. Почему? Ну, просто так. Just like that. Да. Так. Ладно, я не упал. Давай. Да, motherfucker, да, motherfucker, да. Ой. А, нормально. С этими пауэрбомбами можно делать клевую штуку. Но мне пока не охота. Да, теперь я всех нагибаю. Оооо. Теперь я пройду здесь. Куда? Так, только я не помню, с какой стороны бежать. А может с любой, в принципе. Вот так вот я пробил пол. А, тут у нас страус. Привет. Он хочет пользоваться спид-бустером. Все животные тут капец какие. А, я думал, что-то не крутое будет. Все животные здесь крайне умны и обладают разными способностями. Ну, давай, чувак, давай. На перегонки. Ай, кстати, он быстрее меня летает. Кстати, есть прикол такой. Он может, короче, здесь остаться. И будет бегать такой. И долбиться башкой в потолок. А так он долбится вот в этот пол. Типа. Ну, ты скотина. Так, пришло время... раскрыть нераскрытые секреты. Застрял, бедняга. Бывает, бывает. Бывает. Посмотрим, что тут у нас. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут какие-то попрыгунчики. Ух. Так. Ой, сюда мне рано. Здесь куча вещей, для которых нужны девайсы, которых у меня нет. И вот такие вот комнатки с секретами. Так. Блин, а как туда тут лезть, что-то не врубаюсь. Ладно, сначала схожу вниз. Окей, погнали.